1, 2, 3, 4, 5. Вышел. Слышно, Игоряша? Вышел, зайчик, погулять. Да, все есть, все есть, все супер. А музыка сейчас не играет, правильно? Нет. А музыка сейчас не играет. А, давайте мы разобьемся. Я первый раз буду играть. С разминочного словечка. Да давай, да давай. Ну давай. Пожалуйста. Ну пожалуйста. Место пустое. Смотри, в чате просит, на самом деле нет. Вон там бровян. Бровян ты что кинешь? Бровян. Бля, с моей точки зрения, не обращаться в пустоту. Убежал. Как ты с нами не хотел играть в шпион? Конечно. Он объяснил мне почему, потому что вы гасите, блин, людей. Я на себе испытал. Негатив один, не хочу с вами вообще играть. Соскучилась по тебе. Так и есть. Так, ну чего, начнем отсюда. А я уже ничего не слышу, кстати говоря. Включаем музычку. А мы расскажем, я тоже вставляю. Нет? Я вставляю? Да, да, все, наушники. В смысле, ты вставляешь, тебе сейчас говорить будут. Нормально. И так чего, знают... я уже не слышу ничего. Все и так знают правила этой игры. Да, блядь, да, ну, я, ребята, на всякий случай напомнил, а так, в принципе, мы готовы. Офигеть. Какой понос. Не выключай. Ты мне что-то скажешь ртом, я должна дальше передать. Да, абсолютно верно, все правильно, ртом буду говорить три раза. Слово. Глаза нет, вниз, не смотри да на меня. Пофигу, там будет наоборот. Смотри вниз. Да, все, смотрим вниз. А мне выскальзывают наушники постоянно. Лайн. Чего? Вин. Лайн. Вниз? Вин. Вин. Подожди, ты можешь... Вот. Не, подожди. И... Вин. Вниз. Внизу. Вин. Внизу. Лайн. Вин. Лайн. Вставляя. Вин. Вниз. Вин. Внизу. Вин. Вставляя. Не ван патчмен, бля. Вин. Лайн. Ты, блядь? Блядь, да. Последний раз. Последний раз. Вин. 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 Н. Вин. Вин. Лайн. Катя! Все, передавай. Как поняла, так и передавай. Все, давай. Ну, мы разминались, можно пару раз лишних. Внизу. Блять, а что происходит? Внизу. Почему скамейка нахуй ходит? Внизу. Катя. Внизу. 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 Катя. Внизу. Катя. А мне нужно снять наушники, я не знаю просто. Не, нормально, все классно, все. Мне нужно снять наушники. Не. Внизу. Внизу. Катя. Внизу. Внизу. Катя. Карцер. Катя. Карцер. Внизу. Внизу. Карцер. Катя! Катя, Вика, Катя! Внизу, окей, все. Внизу, блядь! Катя, хули, время! Ты не понял? Внизу! Внизу, блядь, внизу. Катя! Карц! Все, иди все, дальше, передавай, все, передавай. Давай! Внизу карцер. Зачем? А зачем мне снять? Ты уже снимаешь. Ты уже типа, тебе уже не нужно. А я могу смеяться. Если что, ты тоже с ним. Не говори мне, что это было. А, ты хочешь, чтобы ты тоже снимаешь, ты же меня будешь слушать. А, я не слушала Хайвера, а мне Женя сказала. Почему слушать, он должен? Ничего он не слушает. Одевай наушники, объясняй, потом снимешь. Ты не знал, что она понимает. Одевай наушники, говоришь, когда она разворачивается, ты снимаешь. Нет, не могу снимать наушники дальше. Да? Ну как хочешь. Право могу снимать наушники. Он слушает, что я говорю. А, хорошо, окей. Нет, он не слушает, говорит. Должен. Всегда так играли. Нет. Оль, времена изменились, ты давно живешь за границей. Вы что-то меня доебались. Негромко. Я так понимаю. А как он тогда узнает, я так понимаю. Я так понимаю, все... Я ничего не слышу, что ты говоришь. Одевай наушники и говори. Только не ори, пожалуйста. Те, кто уже объясняют, не могут снять наушники. Мы так говорили, что можно было. Ну, ребята говорят, нет. Бля, обидно. Так вот, три попытки, типа, он мне говорит, узнаем, нормально, он себя слышит и слышит, что я говорю. Они же никак не и он должен понимать, я говорю правильно или нет. И у меня три попытки угадать, не угадал? Ну, короче, меня слышишь, мне кажется, что... Я не слышу тебя, но... Он не в наушниках. Справа люди уже могут снимать наушники, они же уже не участвуют. Кто уже не участвует, вот Дина, она... Дина уже без наушников должна быть. Нет, ребята, вы обещали веселую группу. Говорят, делайте, как говорят, блин. Я вообще ничего не решаю здесь, оказывается. Да объясняй уже ей, Слава. Из наушников. Снимай их нахуй и объясняй. Да, все, давай. Да. Снимаю.
Все, подожди. Блять, как же громко, пиздец. Да. Внизу. Внизу. Это твое. Не показывай. Вверху. Да не показывай. Внизу. А еще нужно три раза объяснить. Раз, два и три. Потом следующий. Нет. А? Не надо. Ну, кстати, да, тоже верно. Не надо так делать. Три раза. Говорит только слова. Наверное, ему все-таки на ушках надо было остаться. Карцер. Внизу кальянная. Последняя попытка. Внизу. А хули нет. Я слово знаю. Я ничего не слышу. Я на следующий. Ну, блядь. А, все, три. Я дальше не называю наушники? Да, все, ты уже. Ты прям идеально. Дроп, да? Музыку включите заново, пожалуйста, спасибо. Приятно пахнет. Внизу. Как в лесу. Как милым. Кальянная. Где на эти буквы нашла нахуй? В моем рту. Внизу. Кальянная. Что? В лесу что? Внизу. Кальянная. Может, не громко. Не громко. Пока не говорите. Что? Все, снимай. Они решили, что ты должна снять. Все, и говори. Снимаешь. Теперь. В лесу. В лесу. Просто хуй. В лесу. Классика. Как с ананасами. В лесу. Как с ананасами. Неплохо. Последняя попытка. Какой тебе палец засунуть в задницу за то, что последний ты раз говорим. В лесу, как с ананасами. У Джуса своя игра какая-то японская, очевидно, блядь. Своя игра у него. Не-не-не, все, уже три. Я помню. Так, ты мне не упал. Сними ему наушники, тут все тупят, пиздец. Мне нравится, что Миша даже не попытался произнести. Знаешь, как он просто на языке жестов. Милан дезморализирует, мне кажется, у него. В лесу. О. Венчур. А, я не говорю ничего. В лесу. Говоришь, почему нет? Заебись. Пифак. База. Реально. В лесу. Классно. Заебись. В лесу. Заебись. Все, Джус, все. Красавчик. Милан, можешь... И что, ребят, не показывайте ничего руками. Да. А что ты выебываешься? Ну что ж. Блять, слушай, а я не задумался об этом. Реально. Ты водички, ты не против? Я бы не давала ему. Потому что он кота не тетёшка. Венчур. Выйду. Я с подозрением отношусь. Из письки. Что? Венчур из письки. Венчур из письки. Выйду. Венчур. Из письки. Пищи. Опять какие-то экономические течения. Венчур. Выйду. Из письки. Но я не буду это говорить. Ну, до меня дошло, так. Что он выйдет из пизды. Ну, смотрите, слово было винлайн. Это какая-то активность у нас просто. Это было одно слово? Винлайн. А почему ты ему как два слова говорил? Ну, я тебе подряд говорю. Винлайн. Один, это одно слово. Типа, Олег... Ты не. А я и не показывал этих цифрок никаких. Я просто сказал винлайн. Очень жаль, конечно, ты будет без Жени на следующем стримколе. Я услышала внизу Катя. А я внизу карцер сказал. А я сказала внизу кальянная. Ну, в это... лесу из ананаса. Что там из ананаса? В лесу из ананаса. Это было люто. Ладно, давайте попробуем еще раз. Давайте попробуем еще раз. Интересно, венчур из письки. А ты его наушники. Что ты сказал мне? Пожалуйста. Так, ну-ка закрыли глаза, там в чате пишет предложение. В чат, да. Накидайте слова, которые вы хотели. Только слово целиком, а то... И можно нам музончик пободрее? А то прошлый был какой-то... Хороший был музончик под конец. В конце нормально. Давай слова уже. Нормально долбит было в конце. Я не такой, это все в ухо.
Не, музон, конечно, реально. Из-под выпер... Сосисочная. Я окей, сосисочная. Мне подходит. Погнали. С меня. С тебя, да, дорогой, иди сюда. Погнали. Женя. Здоров. Привет. Это София Лекбестер. Сосисочная. Сосисочная? Сосисочная. Выключите чат. Сосисочная. Сосисочная. И все? Да. Это легко. Сосисочная. 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 Все. Сосисочная. Сосисочная. Соси. Соси. Действуй. Не смотри. Сосисочная. Сосисочная. Все ходит. Три раза. Ага. Мне кажется, все нахуй посыпется. Расщелина. Расщелина. Глаза жусы просто. А мне можно такое говорить? Он слышит член вообще. А, ну-ка еще раз. Последний раз, давай. Расщелина. Мне говорит, просто такое говори. Раз, щелька. Афоризма члена. Раз, щелька. Что? Афоризма члена. Раз, щелька. Раз, раз. Раз. Рис. Раз. Щелька. Рис члена. Пойдет. Пойдет. Что еще раз? Подожди, музыка закончилась. Понимаю. Ага, все, я понял. Да, окей, хорошо, я сделаю. Только не очень громко, потому что сейчас типа начало песни. Риска. Лиса на члене. Члене. Вопрос не возник, вот что за слово. Девчонки сразу знают. Победа в член превратилась. На тебе. Как же это в член лиса. Ты сказала... На. Это не член. Члене. Ну вот она же тоже по слогам. Это другой уже был. Я говорил, лин, лайн. Лиса. Лиса. На. Члене. Все же по слогам говорят, так же удобнее понимать. А как поиначе-то? На. Тебя накрыло тебя? Лиса. Крыса. На. Члене. А, да. Да. В общем, сосать. Хейтеры. Са. Хейтеры сосать. Все правильно. Отдача. Сосать. Я на дачу? Языком покажи. Ладно. Одно или два? Не, несколько. Что это, блядь, с дачей? У тебя сейчас третья будет, сука. Сосать за деньги. Береги себя. Да. Все, это три. Дина, что до тебя доехало? Да он мне вообще разное говорил. Он сначала говорит, я на дачу. Я на дачу сосать за деньги. Сосать за деньги, в принципе. А потом говорит, береги себя. Я на дачу сосать за деньги. А у тебя что было? Береги себя. Так, погнали. Я понял. А давай ты обратно говори, что было. Я понял, что это сосать за деньги. Сосать за деньги, да. Оля, ты что поняла? Лиса на члене. Так, близко. Риска на члене. Расщелька. Расщелина. Что член? Сосисочная.
Сосисочная. Сосисочная. Блин. Серьезно? Серьезно? Да, сосисочная. Вот три человека. Там расщелина была прям. Я сомневался, что сосисочка и сосисочная. Сосисочная. Нет, а про твою бурбу правильно? Я должна бы сказал про вязать. Дина прям целую историю рассказала. Мы почти донесли это. Сосисочная и сосать за деньги. Это было очень близко. В целом, как два слога было офигенно. Я на такие грехи хрел. Мне повестка была. Вот кавера, знаете, вместо, короче, нейросеть, вместо водителя на драйве, вот кавера, я на даче писать за деньги. Берегите себя. Ой, блядь. Берегите себя. Ребят, так вот, хочешь смотрите, сосать за деньги, а вам лица нашли. Нам предлагают все-таки, кто объясняет, тоже наушники не снимает. Наушники можно снять только, когда... вот уже ход у тебя. Мне нравится. Но есть, нет, нравится. У этого есть большая проблема, потому что когда ты, когда ты в наушниках, ты очень громко говоришь, и это пробивается. И это пробивается. Это надо контролировать свой голос. Во-первых, это сложно, а во-вторых, ну типа... Просто мы так раньше делали, и я получал. Пытайтесь шепотом говорить, вам же не надо кричать. Все, все равно не слышат. Ну да. А с кого ты начнешь? Ну не знаю, разница большая, потому что реакция меняется. Уже все остальное. Мы же на благотворительность работаем. А если на нас закинут, что делай себе обратно? Береги себе, блядь. Ну, попробуй. Так. Чат. О-о-о. Я понял. Патец 2. Я, конечно, знаю TikTok, который выиграет Steam Deck. Все, закидываемся. Надеваем. Я Даша. А с кого начнешь? Заметь, с тебя давай. Ты как Жень, заметь, теперь, теперь снимаем? Я сейчас все идеально сделаю. А теперь не снимаем на... Идеальное исполнение. А можно, можно начать с кавера, и все пойдет сюда. А тогда неудобно будет Игорю... Бровян пересядь вот сюда. Он не слышит тебя. Поехали. Наконец нормальная музыка. Стой. Бровян, пересядь сюда. Поехали. Потец. Может до конца пососи. Сидеть в наушниках. Два. Так интересней. Потец. А то они потом сидят, и уже два. Даже не смешно. Потец. Да подожди, у меня пососи член какой-то. Подожди. Ну, так, давай. Последний раз. Потец. Я. Два. Хочу барабанную домой. Еще раз для тебя. Потец. Два. Установку. Не понимаю. Нихуя не понимаю. Пососи. Да. Член. Надо отсюда начинать, отсюда как-то лучше получается. Пососи. Пиздец. Пососи. Не смотри. Член. Пососи. Писить железом. Член. Писить железом. Пососи член. Нет, нет, одень обратно. Одевай. Да? Да. Вот как передал, тогда снимай. С вами... Только что ж говорили. Мне кажется, я ошиблась. Я надеюсь, я не ошибся тоже. Так ты вслух говори. Писить. Кризис. Писить. Питер. Стой. Два. Писить железом. Мы снимаем? Да. Тыкать железом. So close. So close. Тыкать железом. Тыкать железом. Не же особо. Мне кажется, мне нужны будут новые барабанные перепонки. Сочная. Сочная. Молодая особа. Еще раз. Сочная, молодая особа. Ты просто на ушко нашепнула. Это именно то, что ты сказала. Сочная, молодая особа. Ты знаешь, что с ней надо делать? Тыкать железом. Я тебе сказал писить железом. Не говорить что. Не говорить. Окей. Сочная. Нормально.
Жопа. Сочная. Молодая. Жопа. Сочная. Сочная. Жопа. У меня вообще большие проблемы с пониманием по губам. Сочная. Да все, последний все, раз давай. Жопа. Не, я, ну, блин, я вот Женю очень... Он как-то еще так делает. Все, поворачивайся. Сочная. Да все. Все, все, нельзя уже. Жопа. Все, Миха, ну, ты уже, блядь, поехал нахуй. На Сочную. Ты же нахуй пускаю. 5 раз сказал. Бровян, давай, поворачивайся. Все, все. Дина. Давай. Стой. Музыки нет? А у нас не одна и та же музыка разве все? Но они не музыкальная мафия, точно. Ну, хорошо. Жопа. Услышал, да, Сочную? Жопа. Наушники не до конца закрывать? Жопа. Я не кричал. Там тихо что-то было. Жопа. Все. Ну. Ну, кажется, жопу донесут. Жопу точно донесут. Ну, зачем? Потому что сочная. Молодая, да? Особенная. Ты сейчас что-то сказал? Слава богу, блядь. А что это? Разработай рот! Да все, ладно. Кто кому говорит, блядь? Милый, береги себя. У-то-па. Устрода. Вот это, кстати, вкус. То. Да. А, ба-ба-ба. Утроба. Утопа. Ага. Как из Сочи, здесь. Молодой женщины, мы пришли к утробе. Итак? Он сказал, он мне передал слово утроба. Ты что передал? Утопа. Утопа? Есть такое слово? Ну, типа как маленький утопа. Утоп, маленький. Герои есть утопа. Это как племена есть. Это из Муму немножко. Я услышал жопу. Ну, ты кого-то 10 раз, потому что жопа сказал. Жопа, жопа. Да он сочная жопа. А, я говорю, сочная жопа. Как рубанок почти. Сочная жопа. Как ты из двух слов молодая женщина сложил жопу? Это как я, честно говоря, там было что-то тихо. Я точно видел, она что он. Я видел, что в середине было что-то, но я не понял, что это, блядь. Вот нет, там было что-то сочное. Сочной молодой женщины? Нет, там что-то сочное, та-та-та, жопа, блядь. И вот это та-та-та было примерно как, вот знаете, не. Что мы не понимаем, мы отрицаем, правильно? Да, я отрезал, и было сочная жопа. Я решил... Ну, похуй. Наш теперь телефон. Насколько можно поменять коинов вот этот вот этот телефон? А что было-то? Тыкать железом. А что это? А что было-то? Сочная молодая женщина. Особо. Нихуя себе. Нифига себе. Да. Тыкать железом. Да. Тыкать железом. Но я. Сочная молодая женщина. Подожди, подожди. А ты уверена, что ты произносила именно это количество слогов? Тыкать железом. А как ты, блядь, вот сочная и стыкать? Тыкать. Вот здесь. Я не знаю. Вот здесь что-то происходит, блядь. Да, вот здесь. А надо пошафлиться, кстати. Что-то, да, да, что-то происходит вот здесь. Вот здесь вот. Да, я сказал писать железом. Я почти правильно понимала. Писать железом? Это когда слишком много витаминов съешь, оно у тебя коричневое. Что ты ему сказала? Да блин, я вообще не понимала, что Женя говорит. Он что-то типа пососи член. Да, а вот здесь ничего не происходит у нас. Ну, нет, подожди. Ну, то есть, я понимаю, что он не мог мне сказать между Женей и Тиной. Я бы не выбрал тебе такой из чата. Ну, ты вот сам. Чат сказал, что надо говорить «потец 2». Потец 2. Потец 2. И мы пришли к утробе, как философски. Давайте. А давай защитим. Писать железом. Поменяйтесь местами. Как-то пере... Я хочу на соли мы с тобой поменяем. Ты можешь... Ну, а все встали? Я думаю, что толку-то. И ты тоже можешь сидеть. Я очень хорошо. Нормально. Потец 2, блин. Вау. Дин. Шампунь, шоу, майсы, а подожди, мы еще не начали. Без тобой чел. Насколько мне не идут. Ну, хорошо, смотри. Кстати, тебе. Господи, как же хорошо. Ты плох. Не, ему хорошо. Ну чего, она готова? Отлично. Не, он... Секундочку, а, пожалуйста. Секундочку, да, добры. Музыки нет. Подожди, да. Я забыла вообще про нас. А теперь есть. О, только подожди. О, ребят, глаза закрой, не подсматривайте. Тут, стыд, я могу с тобой тут, стыд, стыд, стыд. Да, конечно. Чтобы поближе. Чтобы глаза в глаза. Там должен быть Трамп. Подожди. Ебать, ты высокий. Блядь, извини. Готов? Все нормально? Давай. Коллаборация. Гардемарины? А я опять Бровяну объясняю. Коллаборация.
Парация. Можем еще один раз попробовать. Давай. Ну это ребята из чата, я ни при чем. Ко. Ко. Ла. Ла. Ба. Па. Ба. Па. Ба. 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 Колаба. Ра. Коллаборация. Yes. Ой, блядь. I smell. Связь между нами невероятная. Ко. Интересно, а чат слышит музыку? Коллаборация. А чат слышит музыку? Ебанашка. Ка. Нет. Ка. 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 Ла. Кара. Последняя попытка. Ка. Ла. Ба. Ра. Ци. Я. Блять, лучше сразу скажи, всё, потому что вообще нихуя не понятно. Давай, последний раз, полностью говори слово и погнали. По кусочкам. Ка. По кусочкам. Говори полностью, блядь. Ла. По кусочкам, блядь. Ката. Ба. Катаба. Ра. Катабата. Катабата-та. Блядь. Ну, слышь меня нахуй. Коллаборация. Все. Ебанашка. Я не знаю. Просто скажи нормально. Не делай. Всё. Иди. Я, блядь. Ну, Жень, ну, блядь. Ты молодец. О, слышь меня. Ты безумен просто. И моя дикция потрясающая. Ты как обезьяна очень агрессивная. Вот так. Я максим... Ну, ты понял? Ка. Это понял. Главное. Та. Ракта. Тихо-тихо, музыка закончилась. Тихо-тихо, музыка закончилась. Тихо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Та. Ракта. Катаракта. Катаракта. Блять. Ну, Игорь, в нашей ситуации ты вытянул эту хуйню. Я так скажу, слово непростое. Ка. Ну, та. Я. Ра. Я. Та. Первое. Я. Нет, этого не может быть. Катаракта. Подожди, или два. Всего одно слово. Катаракта. Катаракта. Знаешь, мне понравилось? Все. Когда сказали пересесть. Все. Мил нахуй остался на месте. Я тоже остался на месте. Нет, ты первый здесь сидишь. А, ну да. Этого не может начинается быть. С я. Ты меня услышишь. Я. А? Ты меня услышишь. Одно слово. У нас с тобой прям связь. Я не уверен, что... Ты прям... Ты можешь мне сфоткать? Да? Понимаешь, как я выгляжу в очках. Тогда, получается, ты вряд ли... Ставочная. Свеча. Ставочная. Савичи. Ставочная. Савичи. Ставочная. Савичи. Ставочная. Савичи, вы, блядь, вспомнили наконец-то. Спасибо большое. Савичи. 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 Чавыча. Савичи. Мое родное. Ты сказал? Хавчик. Ну, в принципе. Явщи. Хавчик. Явщи. Хавчик. Ну, ладно. Ну, ладно. Господи. Чё спишь, блядь? Щи. Явщи. Явширь. Я в щи. Я в ширь. В щи, блядь. Сегодня вечером. Короче, межганчик пошел в ширь. В ширь. Он в ширь. Ну, либо в шир. В шир. Он может быть с хоббитами, блядь. Я в щи. Я в щи, я сказал. А, в щи. Щи. А, я думал, ты в ширь. В ширь. Ну, в ширь-то да. Так. Хавчик. А, хавчик, блядь. Нормально. Савичи, ну, как из лососи там. Еда. Севиче. Севиче, да? Ага. А мне Савича. Юлия. Юлия Савича, ставочная. Да. Которая... Ставочная. Катаракта. Катаракта, блядь. Я говорил слово катаракта. Я говорил слово коллаборация. И я говорил слово коллаборация.
Вот тут я так понял, вот и... в Дине проблема. Молодцы, блядь. Ну, в смысле, там уже Дине? Когда катаракта, ну, понимаешь, там хотя бы... Смотрите, как, какое первое слово? Коллаборация. Коллаборация, ну, катаракты и коллаборация как-то хотя близко. Ну, это, да. Да, а как у тебя один был? Ставочная. Ставочная. Ну, оно длинное хотя бы. У, да. Дины, у Дины просто, ну, знаете, интеграция головного мозга. А вы знаете, что забавно, короче? 1980. Короче, правильно говорит, я, та... Я. Да, я. Да, блин, потому что там... Я сложно, думала, сложно, сложно. Мне очень сложно по губам понимать, да, вообще, да, очень. Так, ну чего, еще Мартечку? Ну да. Да, конечно. А давайте чат до конца дня просто так сидеть, охуенно. Да, да. Я думаю, чат бы тоже согласился. Закидывай. Вы понимаете, я не могу понимать. Господи. У меня программа вообще прошлая понимает. Мне все подчинимает вообще идеально. Пипега, а можно так хорошо говоришь? Бравин, старайся не так сильно ртом работать. То есть говори, как вот ты обычно в жизни говоришь. Так вообще, да, будет непонятно. Я вообще рот не открываю, когда говорю. А попробуй. Ну вот я говорю. Так быстро, я, блин, не успел. Хрючево, хрючево, ветеран. А, ой, блин, я не надела. А, уже пора? А, подожди, Жень, мы не надели сейчас. Ага. А что, я опять последняя? Береги себя. Угу. Стрим. Холидейс. Ага, второе хуета явно. Стрим. Стример. Стрим. Холидейс. Стример еблан. И последний раз. Еще раз. Стрим. Холидейс. Стример. Хуета. Стример. Хуета. Стример. Хуета. Молодец, держи. А дальше играем на выбывание. Собака. Хуяка. Нравится. Собака. Хуяка. Все просто. Миша просто не точные слова, он смысл доносит. Собака. Хуяка. Все просто. Собака. Хуяка. Класс. Ну, явно там такое написали. Я уверен. Такое могли, да. Конечно. Вернее, это для кадра было. Есть проблема небольшая. Есть проблема. То, что я услышал, Марта повторять не будет. Будет. Проблема у тебя, я поняла. Большая проблема какая-то. Перефразирую. Секунду. Можем так поговорить, в принципе. А, окей. Да? Окей. А он что, все услышал? Я Плакса. Хренакса. Джуз, кажется, кто-то пиздит монетки, не знаешь кто? А это мои. Я Плакса. Яблоко. Хренакса. Не насрать? Еще раз. Я Плакса. Ябласа. Хренакса. Вот нормальный трек, а не то, что ты говорила. А мы что, отсюда идем? Хорош. Яблоко, работу, не насрать. Два слова. Яблоку, я работаю, не насрать. Надъебись. Факт. Яблоку, я работаю, не насрать. Выдала базу. Блядь, надеюсь, Дина не увидит этот клип. Я работаю. На отъебись. Я все здесь. Работаю. 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 На отъебись. Я работаю. На отъебись. Я работаю. На отъебись. Вы закриповали, надеюсь, да? После каждой интеграции. После каждой интеграции, да. В брифе. Я. Ка.
домой. Во всех клипах страны. Катафор. Я домой пошла. Пульта по. Я. К. Домой пошла. Три слова. Я. К. Раз. Домой пошла. Блять. Еще разочек. Последний раз. Я. Раз. Домой. Раз. Пошла. Раздобол. По швам. Бля, пина, Андрюха. Бля. Боюсь, что он услышит. У нас с тобой ничего не выйдет. У нас с тобой ничего не выйдет. Ебать! Ебать! Чего? Что? Да, туда теперь передаем обратно. Все? Да. В смысле? Ты... А что? У нас с тобой ничего не выйдет. Ну ты же сказал, что слышал. Ты переначил фразу? Ну, переначил. Вообще я все услышал, как-то катафот в швели, блядь. Так бы и говорил. Ну, катафот в швели, блядь. Нормальное слово. Давай попробуем заново. Ну у нас с тобой ничего не выйдет, я сказал. Да я так и понял. Ну, как ты понял? Давай. Что у нас с ним ничего не выйдет? Что ты мне говорил? Я домой пошла. Блядь. Катафот в шмели, понимаешь? Вот, вот. Я работаю на отъебись. Мы знаем. Мы знаем, да. Яблоку не насрать. Вообще я услышал плакса хуякса. Собак. Что у вас там произошло между вами? Вот у вас я не знаю. Не, я передавал плакса хренакса. Если бы она была, то все было бы хорошо. Но услышал я плакса хуякса. Собака хуяка. Ну, близко. Стример хуета. Да. А, это из чата, да? Стрим холидейс. Я была близка. Ну ты стрим холидейс, стример хуета, собака хуяка. Я работаю на отъебись. Что, мы успеем? Стрим холидейс. Давайте перемешаем. Отчет за исполнение работ. Так, давай я с бровчиком. Можно я с Олегом? Давай. Раз вы все встаете. Да что ж, Филиппошка. Дин, иди сюда. Дин, иди сюда. Дин, иди сюда. В другом месте мы были. Я хочу, чтобы он мне сказал. Я хочу посмотреть, что из этого выйдет. А мы были все тут. Мы были все. Ну давайте я куда-то пересяду. Хоть раз. Блин, а мы тоже с тобой рядом были. Ну ладно. Так, подожди. Нам нужно сюда. Игорю, я была между вами. Нам Хайвера сюда надо. Хайвер, иди к себе. Да, я вот сюда. Туда, я сюда, да. Да. А я? Ну, давай, он... А я куда? А все. А, я он здесь, все. А вы там сидите. Я не посмотрела. Ну ладно, мы и так все пошли. Мне, кстати, не найти. Надень, тебе идут. А я буду смотреть на него. Ой, блядь. Сейчас я надену. Чего? Подождите, наушники. Что ты сказала? Давай, все, закрывай глаза. Никто не слышал, все нормально. Сейчас тебе будет приятно, да? Подожди. Закрывай глазки. Все, я готов. Чат, напишите, кому больше идут очки, мне или Хайверу. Чат. Все, все закрыли? Джос, окей? Киберспортсмен. Ты все, готов? Еще раз. Киберспортсмен. И последний разочек. Киберспортсмен. С ним. Сделай попроще лицо, родной. Чё, бля? Ну, это пиздец. Не буду. Да. Клиторака. Катаракта опять, блядь? Кли-то-ра-ка. Это не имеет смысла. Это не имеет смысла, блядь. Да. Кли-то-ра-ка. Музыки нет, музыки нет. Музыки нет. Еще один, еще один. Это не все, блядь. Еще одно, раз, последний раз давай. Все вместе. Все вместе. Клиторака и спортпит. Риторика. Блядь. Нихуя не понял.
Ну, давай, погоди, я сторис выкладываю. Клиторака и спортпит. Блять. Я не знаю, что это. Да хуй с ним. Ну, согласен. Сейчас. Ри. Положить. Одно слово. Да, да, одно слово. Ри. То. Ри. Ка. Все в порядке. Не совсем. В принципе, да. Не совсем. В принципе, такое тоже возможно. Ри. То. Очки. Ри. Ка. Ты можешь, блядь, просто сказать, как ты это говоришь? Да. Риторика. Одно слово. Еще раз. Нет, просто скажи. Риторика. Почему у меня мат слышится? Риторика. 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 Ты очень много слов говоришь. Скажи вот просто нужное. Я, блядь, тебя не понимаю тоже. Риторика. Я сейчас тебя слышала частично. Корица. Да хуй его знает, давай же, блядь. Да, бля, почему я вообще тебя слышу? Корица. Кто, блядь? Корица. А, я думал, корица. 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 Чел там. Корица. Там невозможно понять. Корица. Я сказал, блядь, клиторак. Корица. Клиторакта? Клиторакта с клитором? Да. Клиторакта, блядь. Клиторакта. Господи! Ну, понял. Ну, я не знаю, что это. Нету. Алиса. 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 Дин, ну, Алиса. Я тоже был далеко, если что. А ты что? Как и Милан, блядь, заехал. Я тоже. Алиса. А мне послышалось, типа, ты сказал способ. Алиса. Ну, риторика. Музыки нет, аккуратней. Ла-л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 а. Ну, понятно. Ну, спорт-пит. Ну, спорт-пит, я понял. Ты пиздец. Ладно, ну, потом узнаю. Да. Не хочу знать сейчас. Его нет ощущения, что музыка в зубы отдает. Не. Калеча. Ожидание. Да. Калеча. Я выложил. Я калеча. Говнище. Калеча. Говнище. Ёб твою. Рака, блядь. Я говнище. Ребенок потом я смотрит такой. Говно. Да не надо так. Я говнище. Что? А ты боялся, что она не скажет? Плакс хуякса. Я говнище. Почему? Все, все, все. Это снова ты, блядь. Рыба. Я услышал. Я ваджайна, блядь. Слушай, слушай, ну мы... Я ваджайна. Полигон. Так, мы близки. Я услышала, я говнище. Я сказал, я вообще даже не помню, что я говорил. Калеча. Калеча. Ну, говнище и калеча, давайте так, по звукам. Калеча, это из Papers, Please. Не знаю, что ты мне говорил. О, кстати, да. Классная игра. Алиса. Что? Блядь. Алиса. Алиса. Корица. Риторика. Чего? Риторика, я Рика! Почему? Рика! Я рад за вас, что у вас хотя бы, ну, что-то понятное, слова хотя бы какие-то поняли. Потому что я все, что увидел, это было клиторака и спортпит. Клиторака. Спортпит был, загадывали киберспортсмен. Что, простите? Киберспортсмен. Клиторакта. Ну, было бы лучше. Клиторакта было бы лучше. Клиторакта. Ну, я стараюсь выбирать какие-то слова, чтобы они были вам... Чтобы они были клиторакты. А какое слово? Нет, надо было... Киберспортсмен. Надо выбирать. Это вообще смешные. Я говнище. Я говнище. Я говнище. Мне так жалко вывернуло. На тебя еще крупный плод. Все, ребят, давайте нам свечки. Я выбираю. А я смотрю, Игорь на меня. Это Игорь, я говнище. Я такая... Я говорю. Спасибо за компанию. Я уже... Спасибо. Берегите себя на даче. Да, я еду на дачу, буду сосать за деньги. Береги себя. Все на елку. Все на елку. Хоть клиторраком было бы и тупо. А, подожди, наушнички нужны. Хоть логичнее.
забыла. О! Спасибо. А что, еще загадываю слово? Да-да-да. Да ёб твою мать. А, да, отсюда. Я речевой аппарат разомну. Можно секундочку? Конечно. Дай, ну дай, ну дай. Все, все готовы, никто ничего не слышит. Обожаю вас. Класс. Поехали. Ребят, выключите мониторы, пожалуйста. Ты первый. Разомни рот. Великолепный день. Великолепный день. Давай еще. Великолепный день. Тихо. Тихонечко. Ты как бабка, которая останавливает машины на переходе. Ты же залимба. Подбери ему что-нибудь. Я, блядь, наушники одень. Чат, хотите узнать, о чем мы с Хавером сейчас переписывались в телефоне? Попердёжней бы музыку, на самом деле. Спасибо. Нормальный трек был. Блин, прости меня, Марта. Выёбистый день. Выёбистый. Выхухоль. День. Не. Выёбистый день. Я понимаю, что там не это, но я это услышал, блядь. Выёбистый день. Очень близко. Красавчик. Да, спасибо. Слово день. Ты угадал. День? Да. А какой? Великолепный. Ой. Что-то я мог додумать, наверное. Наверное, да. Да, я мог додумать. Что-то мне не пришло. В жопе пески. В жопе пися. В жопе пески. Ты охуел, я вообще не перезавязывала. В жопе. После химчистки я вообще пески. Положи на место. Ты охуел. Так. В жопе пися. В жопе пися. Они дохренали штуковал уже. В жопе пися. Как работает. Давай, давай, блядь. Пися. Пися. Я зарабатываю баллы. Он не умеет. А, туго. 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 Можно планы его трусы? Жри, что дали там. Зачетные. Пизда. Я понял. Я пытался ее награждать. Большое спасибо. Шопе. Вот так. Пизда. Уволен. Уволен. Зал. Пизда. Под лично. Ребятки, ну. Извините, пожалуйста. Блин, как же я что-то не допер, а? Ну не умеет человек завязывать. Добить, блин. Ну там же не то, что я сказал. А ты это говоришь? А? Откуда фишка, кстати? В жопе пися. Я услышал это. Музыка. Ты же это говорила? Нет. Нет? Слово... О, вот это. Но нормально. Давай. Три. Я. Хочу пиццу. Бля, я? Сейчас, хочу. Подожди, я хочу. Прогоняю мат из своей головы. Я. Хочу пиццу. Я. Хочу. Хочу. Пиццу. Ну, примерно так. А, я хочу поспать. Я хочу пиццу. О. Вообще, изи. Чу, блядь. Я. 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 Хочу. Хочу. Поспать. Поспать? Какая-то миндальная связь. Я. Ну потише. Я. Я. Мне кажется, Хайвер не понимает, как играть в эту игру. Хочу. Хочу. Хочу поспать. Я хочу поспать. У него артикуляция хорошая. Да, все, окей.
Андрюш, ты так громко говоришь. Я просто пипец. Я... Поэтому мы и снимаем, потому что... Мы об этом. Да. Ну, нужно просто голос тише делать, потому что это слышно. Посрать, ты хочешь. Посрать? Мы подождем, в принципе, да? Это его. Я хочу посрать. Ну, да, подожди. А ты что говорил? Я хочу поспать. Поспать. Ну, блин, знаете. Я хочу поспать. Поспать. Я хочу пиццу. В жопе пизда или в версии подруги в жопе писька? Ага. Да что ж такое у вас? Я хочу писю. Ой, смотри, я хочу. Хорошо. А вы где? Мы записали. Бессознательно. Да, вот в жопе пися. Что? В жопе песок. Песок. В жопе песок? На мне а песок через так. Е или И? В ее бестый день. Что? Что? Ну, я мог додумать, конечно, замечательный, скорее всего. Но я что-то... Великолепный день. Да. Ну, а как я услышала в жопе песок? Ну, ты произнеси великолепный день. А он так и не говорил. В ее бестый день. Не, я там понял, что ты про жопу и пизду, и что-то... Бля, ну я бы не смогла. Я как сняли? Не так говорил. Я так говорил, я рядом так и говорил. Я поняла, потому что он как от подруги. Наушнички, поменяемся местами. Господи, с кем я вообще похуй. А с кем я еще не сидела? Последний раунд, финал. Я с кавером не сидела. Кто хочет, чтобы ему загадали? Кому еще не загадывали? Я сяду здесь. Марк, все. Тебе загадывали? Мне нет. Да, садись. Сейчас а я с тобой не сидела. А вот делаем по одну другую зону и уходим на следующую активность. А мы с Бровяном уже были рядом. Оль, давай сюда. Ты... Жень, а что следующего у нас? Ольга. Меняемся. Последний раз, мы постоянно играем, потом у нас активность. А мы так... Короче, куда? А Бровяну уже было рядом. Потрясающе. Давай тогда сюда. Блин, как с тобой играть в эту... Ты со мной, ты не был. Пуху уже был. Потрясающе. Давай, давай. Сюрприз для тебя специально. Не был. А это ты будешь мне говорить? Я могу пить. Или... И туда, и туда будет два круга. Да, два. Последний раз меняемся. Ох, ты начинаешь. Да. Значит, не будет хуев. Не будет... Да что ты? Нормально. Иди в жопу. Подождите, у меня еще не долбит. А, да, у меня тоже не долбит. Долбит субоптимально. Исчезла сейчас, ребят, подождите, включится сейчас. Дездроперма, да? Дездроперма. Винлайн было уже. Не, ну это богохульство какое-то уже. Дездроперма, да? Хорошо, как скажете. Как будто на Арбат пришел. Долбит так. Бля, пиздец. Дездроперма. Дездроперма. Что? Соска пива? О, господи. Дездроперма. Сиська пива. Нет, нет, нет. Давай еще раз попробуем. Дездроперма. Нормально, я считаю. Дездроперма. Сиська пива. Хорошо, да. Пусть будет по-твоему. Норм тема. Сиська. Пиво. Пиво. Сиська. Пиво. Рыба с пивом? Сиська. Пиво. Сиська, пиво. Нет, блядь, еще. Три раза объясняют. Нет. Один, давай еще. Он никогда не понял. Он разрешил. Можно, давай, один. Сиська, пиво. Сиська, пиво. Не по правилам играю, сколько раз выложу? Что это? Сейчас. Сиська. У нас как разные треки играют или одни? Пиво. Один. Пиво. У нас один. Сиська, пиво. Сиська, пиво. Сиська, пиво. Очень громко. Очень громко ты пробиваешься из наушники, даже когда я далеко сижу. Поэтому тебя люди слышат. Да? Ну ты, ты как ты не должен, ты не должен. Я понял первое, но второе после первого не может быть плохим. И, соответственно, часто люди, скорее всего, слышат и... Сиська. И говорят другое. Россия. Актеры. Сиська. Не, подожди, давай заново. Там другое слово. Сиська. Пиво. Ну, видишь, как она тихо говорит? А ты музыка. Я понял, господи. Слава богу.
Не, а что? Сиська. Пиво. Это отлично передаёт. Это хорошее. О. Сиська. Пиво. Пиво, я понял. А что с сиськой? А первое слово, черт его знает. Сиська. 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 Ну все, хватит. Ну так не, Жень. Товарищ режиссер, а можете мне скинуть эту песню потом, пожалуйста? Поспал заебись, но ехать заебался сюда. Говновоз, что ли, там заиграл? Три раза говорите, иначе смысла нет. Уже начинаешь понимать. Следите, пожалуйста. Сиська. Конечно, конечно. Тишина. Пиво. Был большой соблазн остаться дома. Сиська. Пиво. Тишина перед пивом, но это три слова. Сиська пиво? Сиська. Я понимаю, что громче. Сиська. Я очень Россию услышал. Я думаю, блин. Тишина. Тишина. Да все, все, ткни его. Пиво. Заебал. Ты ручку и выставил. Ну ладно. Чья ручка-то, блядь? Моя теперь, все, нахуй. Нормально. Хотел за 5 коин купить. Смотри, типа. Тишина. Перед пивом. Она вообще не выкупает. Тишина. Это роман Льва Николаевича Толстого. Неизданный, блядь. Тишина. Тишина перед пивом. Тишина перед пивом. После пива будет громко. Еще раз, тише, пожалуйста. Тишина. Ребята, нас слышно. Перед пивом. Блядь, оно так держалось. Оно держалось великолепно. Да просто... А что, все прошло? Все? Что, прошло? Блядь? Я уверен, это мне это. Давай работай. Он уже представляет просто. Да, да, да. Ладно. Я, блядь. Поворачивайся, он что за... на подушке. Я бы обосралась. Кончай. Браток, браток, давай заканчивай. Кончай. Будь первым. Кончайте, девочки, кончайте. Кончай. Со мной шути. Будь первым. Кончай, будь первым. Букетом? Браток. Букетом. Кончай. А он лицо показывает, как он делает. Будь первым. Кончай, будь первым. Нет, это слоган, блядь. Это слоган. Это слоган. Новый. Блядь, можно мне на плакат переделать? Да. Кончай, будь первым. Будь первым. Ну, у нас есть возможность это сделать? Блин, это мем надо сделать на конкурс мемов. Пожалуйста, продакция, можете просто взять исходники, вот миллионовскую плакат и сделать там кончай будь первым. Да, мем сделать, чтобы выиграть первым. Предлагаю это компании. Я услышал кончай, будь первым. Да. Ну, оно и, блядь, и было изначально. Передал? Передал. Да. Блин, ну, как они угадали? Продержалась до конца. Первым. Ну, Диночка, давай, что ты услышишь? Тишина перед пивом. Я сказал две слова. Ну, я думал, что ты не учел предлог. Тишину-то как ты услышал? Не учел предлог? А я в тишине прям уверена была. Ты во мне вообще прям, ну, жутко сомневаешься постоянно. Я в тишине уверена была. В тишине. А что там было? Сиська. И все? Сиська пиво. А, пиво зато поняла. Пиво зато поняла. Пиво нормально, да. Вот до Игоря сиська пиво прошла. Сиська пиво. Реально. Сиська пиво до Игоря прошла. О, нет. А слово было «дроздроперма». Во-первых, «даздроперма». «Даздроперма», да, я так и сказал. Я специально прочитал. «Даздроперма». «Даздроперма». Вот так-то лучше. Да. Ну, выбирайте же слова, конечно. Будь первым. Будь первым. Слышите, перма, будь первым. Да я не знаю, перма, пиво. Почти спасли, да. А что было? И что, человек 10 спасли? «Даздроперма». А, то есть не сиська пиво была? Нет. Сиська пиво. «Даздроперма». Ну, давай так. От подруги перешла сиська пиво. Да. Но «Дроздоперма» или «Даздроперма»? То есть после пяти сисек пива кончай, будь первым. Кончай, будь первым. «Даздроперма». После пяти сисек пива. Ну, после пяти сисек пива, да. Кончай, будь первым. Получается, Милана. А? «Кабуперма» получается. «Кабуперма». Так, все, надеваем, Жень? А что, еще? Назови так новый проект «Кабуперма». Сказали, как бы, новый проект «Кабуперма» у тебя должен быть. Работа? Нейминг. Прям буквально слово. Подожди. Музыки нет. Музыки. Подожди, я подожди, не подожди, понял. Еще нет музыки. Да-да-да. Буперма. Вот есть. Буперма. Чего? Погоди. Конечно. Я забыл к наушнику надевать. А я не тороплюсь. Там в ухо надо вставить. Эта песня просто уже как родная. Бренд, о, готов? Дети. Человек. Жигурды. Пароход.
дети Джигурды. Дети. Джигурды. Просто это лицо. Хочу вот так на баннер, блядь, на стену. Чистка щуки. Нихуя не понял. Чистка щуки. Секунду. Еще раз. Чистка щуки. Два. Сиська курицы. Сиська курицы. Так, второе точно хуйня. Второе точно хуйня, но что было первым? Сиська курицы. Я бы посмотрел на курицу. Школа, хуйня? Курица. Школа, сиська. Сиська, курицы. Школа, хуйня. Курицы. Хуйня. Школа. Желтая. Хуйня. День и ночь прощается. Школа, хуйня. За что купила, за то и продаю. Желтая. Даже? Спасибо, я стараюсь. Так, пойду поработаю еще. Желтая. Дим. Два слова. Желтая. Хуйня. О. Желтая. Хуйня. Игорь. Твердая. Животное. Хуйня. Хуйто. Твердая. Хуйня. Животное, да, хуйто. И желтое, твердое, в принципе. Желтое, твердое, хуйня. Животные. Хуйто. Животные, хуйто. Живот. Все в целом. Что, животные? Она говорит, животные? Да. Просто жизненная позиция такая. Хорошо, просто. О, Марта. Ой, топор. Закончим на мате. Нахуй. Я, тихо. Животное. Животное. Хуета. Иди нахер. Нет, ну типа... Животное хует, а? Твое слово, Марк. Зоозащитники, включайте, пожалуйста. Да. Да. Не делай этого со мной. Не делай. Правило есть правило. Можешь запикать. Что же ты услышала, Марта? Животное хует, а? Она плачет. Разумчатый. Довели человека. Марта. За что? Не показывайте ее ребенку через 9 лет. Это. Спасибо. Покажем через 8. Все равно. Да. Ты что услышал? Я сказала уже. Она сказала. Я повторять не буду. Да? Не послушай. Так уже один раз сказала. Животные хуета. Сказал твердая хуета. Или хуйня. А подожди, а сказал, у тебя очень сейчас много дойдем. Слогов было в слове твердое. Ну я ее понял, и ты меня поняла. Они уже начинают что-то обсуждать. Так, скажи, что было-то, подожди, цепочку расскажи. Так мы идем, да, продолжаем. Мы идем. Хуйня. Я сначала вообще черный. Животные хуйня. А, правильно? Блин, хотя бы свет. Школа хуйня. Согласен, кстати.
Школа база. Сиська курицы. Опять? Первым сентября, ребят. Что у меня с сиськами, боже? У Дины там какой-то преобразователь. Я чистка щуки услышал. Чистка щуки. Ребята, фраза, короче, дети джигурды была. О, ты вообще на что-то рассчитывал. Что ж. Я не знаю, что предлагают. Они считаются животными? Чистые щуки. Под руки гитары родились, да? Ну, на такую курицу я посмотрел. Они нормальные, не трогай. Нормальные. Ой, ребятки, давайте похлопаем друг другу. Мы все большие молодцы, было здорово. Я Милан, Дина, MVP просто. Милан, тебя надо пересесть сейчас за компьютер, тебя там очень сильно ждут. Меня ждут. Крестики, да, нолики, тебя, крестики, нолики. Вот, да, и мы скоро вернемся. Не отключаемся, смотрим, зарабатываем. Спасибо, чатик. Монетки в ВК и участвуем в розыгрыше подарков. А что у нас дальше?